Лекция на тему обеззараживания бомбы и снаряжения сапера на выезде. Когда ФБР сталкивается с бомбой, к обеззараживанию допускаются только люди, подготовленные. Для начала снаряжение саперов. У каждого сапера при себе имеется тактический подсумок со снаряжением. В снаряжение сапера входит пара резиновых перчаток, боковые кусачки, раскладной нож, мультитул, изолента, кусачки, фонарик, детектор АДС. При обезвреживании бомбы необходимо быть максимально бдительным и обращать внимание на детали. Если говорить про порядок обезвреживания бомбы, то есть четкий план проведения работ. Для начала следует надеть резиновые перчатки. Далее вы берете детектор в руки и замыкаете два конца и смотрите на лампочку детектора. Загорелось — это ваш провод. Не загорелось — пробуем далее. По определению нужного провода вы откладываете детектор и берете кусачки, с помощью которых перерезаете провод, использовавшись дополнительным фонариком, если этого требует ситуация. Вопросы есть? Нет. Нет. Лекция на этом окончена.